Доклад главного полицейского страны вызвал много вопросов. По данным Комитета правовой статистики, преступность по линии МВД возросла на 50% и достигла 226 тысяч. Народные избранники не могли понять, с чем связан такой всплеск. Министр дал честный ответ. По учету преступлений, я вам сказал, их это не рост. Мы просто показали вам то, что раньше скрывали. В общей сложности из тени выявили более 75 тысяч преступлений, которые ранее укрывались. Выяснилось, что каждый второй грабеж происходит в школе, где в основном отбирают сотовые телефоны. При этом теперь полицейских, отказавшихся регистрировать такие кражи, ждет увольнение. Впрочем, таким образом решать проблему не выход, отметил глава МВД. В органах правопорядка ощущается острая нехватка кадров. Только за прошлый год уволилось 9 тысяч полицейских, а на службу заступило всего 5 тысяч. Нехватка участковых отдельно. Вопрос. Для доведения до норм положенных дополнительно требуется ввести по стране 733 участковых и 2830 их помощников, а также открыть еще 385 участковых пунктов полиции в городах и населенных пунктах. По стране у нас имеется 2700 участковых пунктов полиции, из них более 1500 нуждаются в ремонте, в более половине из них не созданы условия для работы с общественностью и населением. Бурные дискуссии вызвали проводимые в стране эксперименты. В Караганде возводят колонию по системе государственного частного партнерства. Это когда строят частники, а за размещение там осужденных платит государство. Этот опыт планируется применить по всей стране. Однако депутаты предлагают пойти другим путем. Мало того, что он совершил преступление, общество еще тратит деньги на его содержание. А мы давайте создадим условия, чтобы он находился в местах лишения свободы, исправлялся трудом, зарабатывал деньги, содержал свою семью, находясь там. Раньше вот наши зэки целые города строили. Почему вы своими силами вот такие новые введения не вводите? Над новыми предложениями мажилисменов и еще будут думать. А вот другой эксперимент, алматинский опыт, объединение криминальной полиции и следствия, пока решено приостановить до изменений в Уголовно-процессуальном кодексе. Мирюэр Шакенова, Бауыржан Кожаканов, телеканал Алматы, Астана.